И вот мы, значит, только что чуть тут все не погибли. Ну, не то чтобы прям погибли. А этот болван? Болван? Этот болван достает не знаю откуда кольцо. Кстати, где хоть ты его прятал? Ну, не при дамах же. Можете себе представить, в каком я была отпаде? Ну чё, стильно, братишка. А Конрад там разве не собирался принести нам еще пиво? Ну, может, подумал, хлебну для рывка, потом напился. А как напился, так и про нас забыл. Ну и выпил все, что там было, в одно лицо. То есть подобный феномен уже наблюдался? Да, я за ним годами наблюдаю. Пойду поищу. А, мы из самолета пулю вытащили. Да? Я внизу оставила, можешь глянуть. Вот. Ты скоро будешь миссис Смит, как ощущение? По-честному, я как-то не думала. Но звучит и в самом деле неплохо. Значит, все запланируем и обсудим. Свадьбу. Вот теперь мы говорим о приятном. Я быстро учусь. Теперь у нас вся жизнь будет на двоих. Я так боялся, что ты откажешь. Да я не ожидала просто. Прямо как-то растерялась сперва. Джули, ты хочешь что-то обсудить? Я ведь сказала, да. Так что обсудим все это дома. Ладно? Да. Конечно. Да. Пойду найду Брэда и остальных. Эй, а где мой брат? Или Флис? Не знаю, я как-то отвлекся. Идем поищем. Идем. Ну, и где же... Ну, волшебные врата. Официально хочу принести извинения за брата, который ведет себя, как пацан озабочен. Не страшно. Пацанам управу найду. Конрад, что-то я пива не вижу. А, точно, пиво. Я уже несу. Так, раз мы все собрались, давайте рассмотрим навигационный планшет. Может, поймем, как сюда попал самолет. Где планшет? В твоей сумке. Ага, принесу. Эй! Ну, как ощущения после помолвки? Гора с плеч, честно. Я столько об этом думал. А зачем под водой? Вот он. Кто от этого откажется? Внимание, зацените. Маньчжурское золото. Реальные затонувшие сокровища. Что скажете, Кэп? Координаты? Ну да, это координаты. Пункт назначения самолета? Сможем завтра туда дойти? Это пара часов отсюда, ну, по погоде. Ого, а еще что нашли? Этот самолет явно сбили. В нем полно пулевых отверстий. Я одну пулю из фюзеляжа вытащила. Мы видели спасательные плоты. Наверное, самолет упал, не успев их доставить. И одного не хватало. Совести у вас нет. В смысле? Я же говорила, ничего там не трогать. Ну, хватит, не начинай опять. Я сейчас не про закон. Ну, мертвых они не сердили. Нет, вы творите, что хотите. Нельзя было там ничего трогать. Ты права. Мы были неосторожны. Мне очень жаль, что так вышло. Ладно, может. Может и жаль. Вам вообще не надо было туда спускаться. Это не к добру.
Думаете, можно смело тащить оттуда, что хотите? Но у всякой вещи есть своя энергия. Вы зовете призраков с морского дна. Началось. Ха. Об этом я как-то не думал. Да ты вообще редко думаешь. Просто раньше я не слышал таких крутых страшилок. Это вам не страшилки, не развлекалочка. В океане тонут люди, их могилы надо уважать. Я согласен. Брэд, много страшилок знаешь? Ну, есть одна история, случилась прямо в этих краях. Излагай. Будем вместе бояться. Давай. Мы все уже заинтригованы. Только она довольно бредовая. Ну давай, напугай нас. Ладно, поехали. История реальная. Случилась прямо тут рядом. В очень старом маяке. Ну да, классика. Да ну, не верю. Откуда знаешь? А, ну, в порту я встретил дряхлого старика, просоленного насквозь, повязка на глазу, деревянная нога, и за доллар я купил эту тайну. Похоже на правду. Тот маяк стоял в атолле, отрезанный от внешнего мира, луч света во тьме, отрада моряка. Смотритель слышал, как волны бьются о скалистый берег. Вдруг из тумана выходит женщина. Она вся в крови, еле бредет по берегу. Без сил она рухнула смотрителю на руки, рыдая. Он привел ее на маяк и стал расспрашивать. А мужик-то молодец. Ловко. Только об одном и думает. А она говорит, я живу здесь, на маяке. Мои родители сейчас наверху. Внезапно. Смотритель, конечно, сказал, вовсе нет. Он много лет живет тут один. А женщина все доказывала, что ее родители наверху. И вот, они идут наверх маяка, а там, на полу, лежат мужчина и женщина, жестоко убитые топором. И тут топор. Ну, у кого в наше время есть топор? Ну, хорошо, тогда крюком для мяса. Обоих убили крюком и на нем подвесили. Стоп, ты орудие убийства сменил? А говорил все по правде? Но там же столько крови было. Поди разбери крюк, топор. Ладно, и кто убийца? Короче, женщина, захлебываясь рыданиями, сказала, что это ее муж. И он там. Сидит в шкафу. Ха, муж, значит? Предостережение всем будущим женам? Эй, не отмажешься. Ты попалась. Тогда смотритель подкрадывается к шкафу. Открывает и... Так и есть. Внутри человек. И он выпустил себе кишки крюком для мяса. Смотритель в ужасе пытается разглядеть лицо мертвеца. Ближе. Ближе. И видит, что это он сам. Глаза у него вылезают, и он кричит. Ужас какой! Вот это поворот! Круто! Да ну, вообще не страшно. Голливуд не светит. Меня ты напугал. Здорово. Да, кровище ты не пожалел. Ну ладно, повеселились и хватит. Надо лечь поспать, а то погода портится. Не-не-не. По стандартному морскому регламенту, перед отбоем мы обязаны выпить еще по пиву. Это что еще за регламент? Это стандартный протокол морского надзорного органа, подраздел 1099. Ага. Где ж ты его видел? В интернете. А, на сайте про в любой непонятной ситуации пей пиво? Закон есть закон, мэм. А что, хороший сайт? Рубишь фишку, друг. Не, я пас. Thank you.
Ты как? Нормально. Эй! Эй! Пусти! Хватит! Блин! Уже почти. Куда уж хуже-то. Плохая новость в том, что это могут быть рыбаки, которых я взбесил. Молодец, Конрад. Отлично. Красота. А хорошая? Ну, я их узнаю. И что тут хорошего? Я думал с этого пункта начать. Боже, ну ты и кретин. Эй. Алекс, что они с нами сделают? Не волнуйся. Хотели бы убить, давно бы убили. Если просто убьют, это еще полбеды. Освободиться. Срочно. Давай. Черт. Не вышло. Давай. Сука. Я с тобой потом разберусь. Никто не знает, что ты здесь, детка. Здесь никого, кроме нас. Давай-ка развлечемся. А не пошел бы ты нахер, дерьма кусок. Слышь, отвали. Бар закрой. Эй,
Ща Флис и Джулия зададут им там жару. Можешь мне поверить? А Флис, я смотрю, с ними прямо спелась. Брэда видел? Да. Не бойся, он прячется. Давай. Повернись. Руки не показывай. Как приведут Джулию, попробуем на них напрыгнуть. Так, идут. Нет, ну что за хрень? Эй, эй, ты как? Что с тобой делали? Ничего, не трогали меня. Они спрашивали о родителях. Что? Сколько у них денег? Алекс, прости меня. Что? Что такое? Они кольцо забрали. Джулия, ничего, ничего. Теперь будем ждать, что они решат с нами делать. Может его угнать? Да. Да, у них катер. У главаря есть пистолет. Но кто-то может пробраться на катер. Дать СОС. Эти ублюдки заплатят. Надо их вырубить. С пистолетом мы отобьемся и заставим их сдаться. 7 секунд. Я пролезу в окно, только сначала надо его выбить. Слишком громко. Услышит. Мы дождемся удара грома. Отлично. Я вылезу в окно, обойду по борту и нападу оттуда. Мы нападем с другой стороны. Не бросай нас, ладно? Ладно, пошли. Раз, два, три, четыре. О чем ты думал? Конрад, дуй на другой борт, нападем вместе. Иди-ка ты в жопу. Кони, давай! Mon poing dans la gueule. Olsen, сюда. И кто из вас мне расскажет про это маньчжурское золото?
Ты просрал наш шанс. Мы не отбили яхту из-за тебя. Да, я в курсе. Так, заткнулись, живо! Да хватит тебя крутого изображать. Мне кажется, ты не осознаешь тяжесть вашего положения, детка. Я скажу. Флис в этом замешана. Она с ними плавает в одних водах, так? Она тут капитан, а ее не тронули. Слила им про маньчжурское золото. Они в сговоре. Ушам не верю. Я только что потеряла все. А ты меня обвиняешь? Вы все заодно. Это ловушка, и ты нас подставила. Эй, мудила. Рот закрой. Тихо, все вы. Ты со мной. Сколько пробиться шторм? Но только давай без глупостей, а то сильно пожалеешь. Ясно? Дюков Милан запрашивает сводку погоды. Прием. Слышу вас, Дюк. Все нормально? Прием. Эй, я просто хочу про шторм узнать. Дадите информацию? А то нас тут потряхивает. Прием. С востока идет большой шторм. Он вас сильно зацепит, но в течение часа должен уйти. Все в порядке, Дюк? Скажите, если нужна помощь. Обычно вас не пугает ни погода. Нет, все окей. Зашибись просто. Легкий дождик мы выдержим. Спасибо за информацию. Через пару дней выпьем на берегу. Хорошо, ты о других заботишься. Нечего сказать. Так держать, Флис. Кто-нибудь знает, где Брэд? Он где-то прячется? Брэд под одной из коек. Ясно. Молчите об этом, он может нас выручить. Про Брэда молчим. Лучше он будет там, чем с этими психами. Ну здорово! Он же может там погибнуть! Брэд взрослый. Не пропадет. Думаю, лучше ему пока не высовываться. Пока никто не умер.
Все могло сложиться совсем иначе. По доброте душевной я мог бы некоторым образом предупредить вас о том, что грядет. Хотите? Отлично! Обратимся за вдохновением к поэту. Венецианский купец, акт 2, сцена 7. Принц марокканский достает свиток из глазницы черепа и читает. Не все злато, что блестит, вот что мудрость говорит. Теперь, когда напряжение достигло определенной высоты, полагаю, вы жаждете вернуться к своей истории. Но вот в чем дело. Все совсем не так, как кажется на первый взгляд. Не следовало мне этого говорить.